двукратный чемпион Европы по тайскому боксу. Одесса дала хороший старт в моей спортивной карьере, и я с гордостью прославляю наш город. Я директор общественной организации, и мы реализовываем важные для нашего города проекты. Я капитан городской команды по Counter-Strike Облаксия. Круто, что Одесса идет в ногу со временем и способствует развитию таких интересных молодежных направлений. Я молодіжна делегатка України до ООН. І я пишаюся тим, що можу представляти українську молодь у найвпливовіші організації світу. Я працюю з дітьми, ділюся з ними своїми знаннями і досвідом. І отримую від цього велике задоволення. Я волонтер. Я очень рада, что в нашем городе очень много небезразличных людей, и мы вместе можем помогать животным. Музыка – это мой стиль. Так я могу раскрыть вам свою душу. Южный стиль Одесса. Молодежный совет – это площадка для креативных, энергичных, молодых людей. Мы не наблюдатели, а участники процесса. Что самое главное, сегодня молодежь Одессы не просто слушают, но и слышат. Наша задача – представлять интересы учащихся. 110 ребят в возрасте 14 лет были избраны в своих школах. Это огромная возможность в столь юном возрасте принимать активное участие в общественной жизни нашего города. По количеству спортивных мероприятий, которые проходят ежегодно, Одесса по праву может считаться спортивной столицей Украины. А для того, чтобы спортсмены могли подготовиться, строятся стадионы, площадки для воркаута, волейбольные и баскетбольные поля. Одесса воспитала много чемпионов и не намерена останавливаться. Зритель в нашем городе всегда благодарный, а это очень важно для творческих людей. А еще важно, чтобы было где реализовывать свой потенциал. С этим в нашем городе проблем нет. Одесса – молодежная столица Украины. Наш город – это взлетная полоса для талантливых и амбициозных молодых людей. И очень рад, что сегодня эти люди не хотят отсюда уезжать, что они связывают свое будущее с Одессой. Хотят здесь жить, учиться, работать, расти детей. А значит, мы все делаем правильно и продолжим в том же духе.